А сейчас о культурном мероприятии с гастрономическим уклоном, прошедшем в минувшие выходные в Твери в поселке Химинститута на площади местного ДК «Синтетик». Здесь состоялся осенний Химфест, ставшее уже традиционным сельскохозяйственное мероприятие с участием производителей со всего Верхневолжья, привлекло внимание широкого круга жителей. Подробности у нашего корреспондента. Осенний фестиваль продовольствия привлек внимание многих горожан. Свои товары представили ремесленники и сельхозпроизводители Верхневолжья. Фермер Алексей Горислав привез на фестиваль козий сыр из Бежецкого района. У нас 40 коз. Вот это вот ручная работа, это творожный сыр в оливковом масле, да, идет на бутерброды или в салат. Масло не выливается, идет на поджарку или в салаты также. Гости фестиваля могли приобрести мед и выпечку, рассаду, а также заготовки и соленья. Кроме того, на химфесте можно было попробовать иван-чай из поселка Оленина. Ферментированный иван-чай, он для иммунитета хорошо, повышает иммунитет, для желудка хорошо. Вот. Он в иван-чае в основном это щелочная среда, там раскисляет организм, то есть кладезь здоровья, там очень много витаминов, при ферментации насыщается витаминами. На фестивале была представлена самая разнообразная экологически чистая продукция. Так Жанна Кузьмина представила травяные чаи на основе иван-чая. Витаминные, иммунные, таежные, вот тонизирующие, успокойка мятная. В чаях подобраны травы, вкус подобран. Собрана Тверская область, Пермь, Архангельск и Алтай. Как отметила депутат Тверской городской думы Татьяна Жомова, такой праздник дает возможность, не покидая родного поселка, приобрести действительно качественные товары и продукты производителей со всего региона. С прошлого года этот праздник прижился, эту традицию продолжим. И погода нам благоволит второй год подряд. И я очень рада, что у нас появился такой праздник. Мне самой очень нравится. Я уже тоже считаю обязательным в этот праздник приехать, что-нибудь купить и что-то попробовать. И действительно, жители Химинститута воспользовались возможностью приобрести качественные товары и продукты от местных производителей. Приобрела хлебушек, сырок. Главная погода сегодня соответствует празднику. Нам понравилось. Тут у нас мало праздников, очень даже хорошо. Посмотрели это конкурсы, выступления, посмотрели, что продается. Хлеб попробовали вкусный. Кроме того, на фестивале прошли выступления коллективов ДК «Синтетик», состоялся розыгрыш призов, работали фудкорты и фотозоны.